Боязнь высоты и полетов на самолете для многих самый большой страх, а для некоторых небо как второй дом, в котором они проводят большую часть своей жизни. Лучшие парашютисты воздушно-десантных войск России и Белоруссии собрались в Ульяновске на аэродроме «Белый ключ» на 10-дневный марафон по прыжкам с парашюта. У меня за спиной уже более 10 тысяч прыжков. Начала я с детства и с тех пор как-то затянула, и теперь уже не могу без неба. Все время тянет в небо. За свою карьеру Ольга становилась многократной чемпионкой России, мира и Европы. В этом году она уже участвовала в 4 соревнованиях по парашютному спорту и везде стала абсолютной чемпионкой. А сейчас снова рвется в небо. Сегодня разыгрывается упражнение «Точность приземления». Точность приземления, вы видели, вертолет работает, с высоты 1200 метров выпрыгивают парашютисты, приземлиться они должны под поролоновый мат, в центре которого находится мишень, электронная мишень. Центр мишени, диаметр 2 сантиметра. Вот в эти 2 сантиметра первым касанием парашютист должен приземлиться. За дни соревнований участники поборются за призовые места в нескольких номинациях. Это точность приземления, индивидуальная и групповая акробатика. Самое красивое задание – это, конечно же, изобразить определенные акробатические элементы в свободном полете. А сделать это нужно максимально качественно, ведь за парашютистами с земли наблюдают судьи. Каждый прыжок снимают, а затем бригада из 5 судей считает баллы. Судей обмануть невозможно, потому что у нас работает целая судейская коллегия. Причем результаты принимает электронная система, которая с шагом в 1 сантиметр выдает результат на табло. Табло не только для судей, но и для участников. То есть абсолютно открытое судейство. Как и в любом спорте, есть четкие правила, но не обойтись без споров и апелляций. Также на аэродроме «Белый ключ» с 19 по 21 августа пройдет открытое первенство у Ульяновской области по парашютному спорту, посвященной памяти кавалера Ордена Мужества Александра Шишкова. А 20 августа там же пройдут показательные выступления воздушных судов и сильнейших спортсменов-парашютистов. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.